концерта прозвучит фортепианный цикл Татьяны Георгиевны. Его исполнит Иван Соколов. Но позвольте небольшое отступление. Когда Иван познакомился с Татьяной Георгиевной, ему было 15 лет. Он пришел на концерте, и где исполнялось одно произведение Татьяны Георгиевны. Подошел к Татьяне Георгиевне, и с тех пор, с 2004 года, исполняет ее музыку. А сейчас Иван Соколов уже закончил консерваторию, преподает в Академическом музыкальном училище при консерватории, в школе десятилетки Гнесинки, работает здесь, в консерватории. Вот такая замечательная история. В стране фьордов романтическое послание Эдварду Гриву. Фортепианный цикл из трех частей. Северный набег, тролль-скрипач, в горах Лейрдали. Исполняет Иван Соколов. Thank you.
Thank you.